16 мая 2022 года, Одесса. Официальная информация. Сообщает оперативное командование «Юг». В результате ракетного удара по Одессе самолетами стратегической авиации поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены здания и вспыхнул пожар. На месте работают спасатели, следственно-оперативная группа. Также враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман. Пострадали двое взрослых и очень тяжело ранено, маленький ребенок ранен. Остальная информация уточняется.